Ладонь, внутренняя часть кисти, рассечена множеством линий. Хиромант по их длине и расположению расскажет и вашу судьбу, и ваш характер. Но по руке можно не только гадать. Один из методов древней восточной диагностики – это определение здоровья по рукам. Например, в арабских странах в каждом восточном гареме был свой врач. Ему не дозволялось видеть жен султана, и потому свой диагноз он ставил по кисти госпожи, протянутой в узкую щель окошка. Руки – самая честная часть женщины. Они расскажут то, что никогда не выдаст ее язык. Так шутят французы, намекая на тщательно утаиваемый возраст. На самом деле, руки гораздо красноречивее. По их состоянию и даже по форме и цвету ногтей можно диагностировать сердечные заболевания. И для этого уже совсем не надо быть хиромантом.